Всем огромный привет! Сегодня будем готовить с вами очень быстрый, очень вкусный ужин в духовке из правильных продуктов. У меня будет сегодня курица с овощами. Будет очень вкусно и очень сытно. Ужин готовится очень быстро, просто все порезали, завернули в фольгу и отправили в духовку. Вашего, как говорится, присутствия и участия в дальнейшем не потребуется. И что мы возьмем для нашего быстрого вкусного ужина? Я взяла куриную грудку, она очень полезная. Также мне понадобится две картошки, репчатый лук, кабачок, болгарский перец, у меня есть такой один. Если болгарского перца нет, то можно использовать обычную морковку. Тоже будет очень вкусно. И вот такой лимон, которым мы намаринуем нашу курицу. Соль, перец, зелень по вашему вкусу. И также немного оливкового масла. Для начала давайте замаринуем курицу. Я грудку уже помыла. Сделаем небольшие такие надрезы в самой грудке. Просто для того, чтобы маринад лучше пропитал нашу птичку. Делаю во всей грудке. Теперь ее надо обязательно посолить и поперчить по вкусу. Я солю совсем чуть-чуть. Немного сбрызну лимонным соком. Вот так. И оставлю мариноваться на несколько минут, пока мы будем готовить другие овощи. Подготовим форму для запекания. Можно просто завернуть в фольгу курицу. Но я сделала в маленькой сковородке, обернула ее фольгой. Мне так будет гораздо удобней. Наливаем буквально каплю оливкового масла. Распределяю ее по всей форме. Если у вас есть такая маленькая форма, то фольгу не обязательно заворачивать. Можно просто застелить фольгу в форму. В общем, я вам сейчас все покажу, как это делается. Вот так распределили масло. Первый слой у нас будет идти лук. Я нарезаю его колечками. Лук распределяю по дну формы. Далее нарезаю тонким таким же кружочком картошку. И тоже буду распределять по форме на лук. Далее я нарезаю тонким кружочком кабачок. Вот так вот. И распределяю на картошке. По вкусу картошку можно подсолить и добавить черный молотый перец. Распределяем кабачки, перец, нарезанный кружочками. Далее укладываем нашу курицу. И вот в эти разрезы я вставляю лимончик. Будет еще вкуснее. Лимон тоже даст сок, пропитает наши овощи. Будет очень-очень вкусно. И курицу. Вставили лимон. Немного курицу полейте сверху еще оливковым маслом. Накрываем все обязательно фольгой, вот так вот герметично, и отправляю в духовку на 180 градусов на 35-40 минут. За 10 минут до конца мы с вами снимем фольгу и посмотрим, как все приготовилось, и дадим мясу сверху подрумяниться. Прошло 35 минут, я снимаю верхнюю фольгу, аккуратно, очень-очень горячая. Вот такая у нас красота. И отправлю еще в духовку совсем ненадолго, чтобы образовалась такая красивая корочка. Можно посыпать сыром, кто хочет. Но, в принципе, все уже готово. Обязательно проверьте, готова ли картошка. Отправляю в духовку еще минут на 10. Ну и вот такое очень вкусное, быстрое и полезное блюдо у меня получилось.
Готовьте, пробуйте. Сверху посыпьте обязательно сыром, кто любит. Я сыром посыпать не буду, буду кушать так. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также заходите в группу ВКонтакте, делитесь моим рецептом с вашими друзьями и родственниками. Подписывайтесь на второй канал, там тоже будет очень много интересных видео. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!